пустой колодец чудом уцелел. Но мне было все равно, я больше не хотел видеть, как вокруг меня сходят все с ума. Да к тому же не дает покоя мне красавица одна. Что ей нужно от меня, понятия не могу. Вот и сейчас ее шаги я слышу наверху. Умоляю, не пытайся вытащить меня, все равно не уцеплюсь за сброшенную вниз веревку я. Тяни, ты все равно меня не вытянешь, тяни, я все равно останусь для тебя в тени. Ничем не сможешь ты мне, милая, помочь, с тобой я обречен, мечтаешь о любви, а я-то тут при чем? Привет и всем. Давайте рассмотрим, как сыграть песню «Тяни» группы «Король и Шут». Аккорды проигрыша: ми минор, соль мажор, ля минор, вот в такой позиции. И у нас еще си минор, да? Но с открытой первой струной. Первый такт у нас заходной. У нас играется по трем струнам, зажимаем четвертый лад третьей струны, третий лад второй, открытая первая. И у нас идет перебор. 3, 2, 1. После этого мы ставим аккорд ми минор в такой позиции, все струны открыты, только первая струна на третьем ладу, и мы щипаем вместе бас и первую струну. И потом можно ударить по первым струнам, да? Пустим вниз, вверх, да? Получилось что пока? После этого идет аккорд соль мажор. И идет такой вот такая мелодия, да? Бас. Открытая вторая струна, можно вместе с третьей. Потом третий лад второй струны. И открытая первая. Причем мы делаем удар вниз, да? Открытая, удар вниз, когда мы зажимаем третий лад. И потом открытая первая. Что получилось пока? Пока как-то так, да? После этого мы зажимаем... Зажимаем аккорд вот ля минор в таком виде. Играем арпеджио, да? Пятый лад, все струны, первые три струны, пятый лад. И играем вот такой ход, да? То есть арпеджио, потом первая струна. У нас указательный палец встает на третий лад первой струны, и мы делаем удар вниз. И потом идет такой ход. Аккорд си минор, мы его зажимаем как? Бас только зажимаем, да, и зажимаем вот наши струны. Третья струна на четвертом ладу и вторая на третьем ладу. И у нас идет вот такой ход. То есть бас, третья струна, удар по первым струнам и первая струна открытая. И после этого мы уже продолжаем опять, да, то же самое, как мы играли с ми минором. Ну и закончить можно просто аккордом си минор с открытой первой струной, да? Бас, вверх, вниз, вверх. Как я играю в куплетах? В первом куплете я играл перебором, перебор простой, да? То есть четверка со щипком. Бас, третья струна, первая, вторая вместе, и опять третья струна. Какие аккорды? Аккорд ми минор, опять аккорд... Наш соль мажор, ля. Ля минор можно септовый, можно обычный, да? И си минор, я тоже ставлю септовый иногда, иногда обычный. Вторая строчка тоже самое. Но мне было все равно, я больше не хотел. Дальше у нас идет до мажор.
Тоже перебором пока играем, да? Видеть, как вокруг меня до, потом ре мажор. Сходят все с ума. Соль мажор, ми минор. Да к тому же не дает покоя мне красавица. Значит, ля минор, си минор, и два раза мы проигрываем до мажор. Покоя мне красавица одна. Вот здесь вот интересный ход по басовой линии, да? Зажимаем аккорд си мажор септовый без мизинца. Играем только по струнам 5, 4, 3, 2. И меняем басы. Значит, сначала бас си. У нас идет такой же щипок, только по струнам 4, 3, 2. Ля бас открытая пятая. Соль бас шестая струна третий лад. И второй лад шестой струны фа диез, да? Второй куплет я играю боем. Бой такой. Бас вверх, вниз, вверх. Что ей нужно от меня, понять я не могу. Вот и сейчас ее шаги я слышу. Да, то есть бас вверх, вниз, вверх. Для аккорда ми бас шестой, для аккорда соль бас шестой. Ля, понятно, пятый. Си, понятно, пятый. Умоляю, не пытайся. Для аккорда до бас пятый, для аккорда ре мажор бас четвертый. Меня всю равно не уцеплюсь за сброшенную вниз. Ну, здесь можно, допустим, на до. Мы два раза проигрываем до мажор, да? Допустим, один бас такой, другой бас четвертый, допустим. И опять мы играем вот этот вот ход басом, да? Оставляем открытым первую струну. И у нас, чтобы мизинец был свободен, идет... Для каждого баса мы делаем бас вверх, вниз, вверх, следующий бас вверх, вниз, вверх, бас вверх, вниз, вверх и бас вверх, вниз, вверх. В припеве можно играть просто шестеркой. По всем струнам мы бьем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, да? Но некоторые аккорды у нас, они покороче, чем шестерка, поэтому смотрим, какие аккорды мы играем полностью, а какие мы играем таким боем вниз, вниз, вверх. Да, короткий такой пам-тара, потом следующий аккорд пам-тара. Тяни. Здесь полная шестерка. Тяни. Ты все равно меня не вытянешь. Аккорд ля и си. Они у нас играют с коротким пам-тара, пам-тара. Тяни. Ми минор второй. Опять у нас полная шестерка. Я все равно останусь для тебя. Ля минор и ре мажор, они опять у нас короткие. Я все равно останусь для тебя в тени. Соль мажор, мы полностью обыгрываем шестерку. Ура! Ничем не сможешь ты. Аккорд до тоже полностью обыгрываем. Ничем не сможешь ты мне, милая, помочь. Ля минор тоже полностью. С тобой я обречен. На второй раз я ставлю ля минор септовый, да? Открываю третью струну. И мы полностью обыгрываем тоже шестерку. Мечтаешь о любви. Один раз мы обыгрываем ре мажор. Мечтаешь о любви. А я-то тут при чем? Второй раз мы просто проводим по струнам вниз. Или просто удар вниз, да? А я-то тут при чем? И мы начинаем опять наш проигрыш, да? Также играются у нас другие куплеты, припевы, никаких модуляций нет, все так, как я показал. Если еще есть какие-то вопросы, пишите комментарии обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приходите на гитарные стримы, которые проходят каждую пятницу, начало в 8 часов по Москве вечера. Спасибо за внимание, всем пока!